Сразу две узкие дороги в центре города станут односторонними. Такое решение приняли чиновники администрации. Сейчас по участкам улицы Капитана Петрачкова от Вележской до Типографской и Новолодарского от Маяковского до танкиста Белороссова машины едут в обе стороны, что неудобно ни водителям, ни пешеходам. Изменение схемы движения власти объяснили необходимостью снижения количества заторов с участием автотранспорта. С декабря по Капитана Петрачкова движение будет разрешено только в сторону Типографской, по улице Володарского направление для транспорта в сторону Белороссова. Дорожные знаки будут установлены на этих участках до конца года.